Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер. Сегодня 30 декабря, на улице вообще тепло, 15 градусов показывает мой термометр. Ну, я решил немножко катнуть, заодно испытать свою новую камеру. Сейчас ворота открою и пойдем к мотоциклу. Так. Вообще тепло. Я даже так оделся тепло, что мне даже немножко жарковато. Хотя вот, если посмотреть местами, кое-где иней лежит. Ну не знаю, почему он не тает, странно. Запакован в эту луисовскую хрень. Нифига себе, тут лед. Видите, это все лед отлетает. Обалдеть. Странно, почему он не тает нифига. Так, друзья, ну что, давайте заведем его, пусть он немножко помолотит, попрогреется. Я уже неделю где-то на нем не ездил вообще. Ну-ка. Так, передачу выключим. Все, заводим.